Всем привет, ребят. Ну что, обнова есть. Поехали ролить нового героя. Как обычно, постараюсь вам сделать первым обзорчик. Посмотрим, какой у нас сегодня рандом на китайке. Надеюсь, мы не будем трешивать, как в прошлый раз. Так, Химка. Леди Лео. Асура сразу же упал. Ничего себе, прям сыпет легенды у нас. Очень интересно посмотреть на нового героя в действии. Надеюсь, он того стоит. Так, Афинка. Ну, уже можно считать имба роллинг. Куча героев топовых упала. Так, Триантик. Ну, давай, рандомчик. Паладин. Варлок, но не тот. Так, Гаргул. Уже 20к нету. Давайте так попробуем. Не это. Ускорение — это бредовая идея на китайке. Не видно даже толком названий. Так. Ну давай, давай, рандом. Так вот, две легенды нам упало. Ну, опять будем делать имба-роллинг. 200 тысяч самов. Так, опять две. Капитан Дрейк. Тут и донор Ташка. Ну, по два героя падает уже неплохо. Но они мне, в принципе, не особо нужны. Так, Рибит Дрейк. Смотрите, как по два начало сыпать на китайке. Когда был коллекционер, нам ничего, кстати, не падало толком. Так, ну давай, давай, рандомчик. Сейчас, ребят. Так. Тыква. Опять Гаргул. Ну, рандом. Где мой новый герой? Блин, вот тяжело. Чем дальше, тем сложнее героев, конечно, выбивать. Проще их собирать за осколки и прокачивать. Так, фея, не то. Блин, Дрейки сегодня сыпят. Дрейкопад прям. 60к и не пахнет. Ладно, сделаем вот так вот. Не знаю, кто там навыпадал. Сейчас посмотрим. Так. Нету пока. Поехали дальше трешивать. Так, паладин. Не то, не то. Ниндзя. Ведьма Леди Лео. Седна. Ну, падают герои, блин. А то, что надо, не падает, как обычно. Так, тыква. Тыква — это хорошо. Дракос. Ну, такое себе. Так.
30к осталось. Череп. Ну, тоже неплохо. Нужны черепа повторочки. Спасибо, еще один. Вы меня услышали. Но мне надо новый герой для обзора, ребята. Просыпаемся. Походу, пора включать читы. Падает, блин, куча героев. Ну, все слабенько. 120к просто в никуда. Самое смешное будет потом, напишет, а он за донат был. Так. Ну давай, давай, давай. Суккуб. Хранитель. Да, блин. Гонят, гонят они, конечно. Есть! Сука, есть! Батька роллинга. Побежали, ребята. Ставим его на таблетку, показываем писюна полностью всем китайцам. Вот так вот отображаются, кстати, хранители. Ебой. Мы это сделали, ребята. Так, сейчас, секунду. Сейчас открою вам обнову. Чтобы вы могли посмотреть. Пока пилю одно видео, делаю другое. В общем, вот так вот. Вот так вот я извращаюсь, как обычно. Ну, надо делать для вас, как обычно, топовый контент первым, поэтому. Поэтому, сори, ребята, если что-то не так, но, блядь, мы это сделали. Сохранить. Все, приятного просмотра. Знаете, что это время, когда вы досмотрите это видео и будете смотреть, я уже выбил нового героя. Так, сейчас, секунду. Где-то красота. Вот так вот, вот такая вот у нас бабушка, ребят. Не знаю, что она даст, что будет дальше. Сейчас будем смотреть, конечно, это все. Но мы это сделали, в принципе, не дешево, скажем так. 120, там, 110 тысяч самов. Так, сейчас. Секунду, сори, блин, ребят, ну... Все, я здесь. Вот так вот. 110 тысяч самоцветов. Мы выбили нового героя. Отлично. Так, использовать. Главное не продать. Бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот так вот она выглядит. И сразу почему-то дала красного. То есть на урон, видимо, скорее всего, стражи это предусмотрено будет. Я не знаю, я не видел, как менять еще. Но я думаю, будет очень интересно на это все посмотреть. Что же и как будет. Я сейчас вам это все засниму. Ну, надеюсь, вы довольны роллингом. И мы сейчас будем пилить дальше обзорчики уже. Ну, в общем, вот как-то так. Батька, как всегда, первый. Не могу нарадоваться, блядь. Как обычно, как маленький ребенок. Радуюсь этим обновам. Блин, новый герой. Ставим его на таблеточку. Пофиг на БГ, пофиг на все. Будем его качать, прокачивать, смотреть. Высматривать, какой талантик лучше по жизни. Я вам скажу, очень у него все печально. Поэтому... Бабушка, это бабушка, ребята, это бабка. Вот такая вот она, так вот она выглядит. Давайте посмотрим на ее анимацию. Иди сюда. Ух ты, как она смотрится. Ни хрена себе у нее рука. Это, блин, какой-то Mortal Kombat, блин, железная рука, блин. Жестко. Как засадят по самые яйца, будем засажать китайским топом. Я надеюсь на это, что она будет... Вот и все, и до свидания. Сейчас я найду кого-то послабее. Хотя бы посмотрим анимашку, как она отображается в бою. Но я смотрю, уже очень неплохо. Блин, дайте кого-то нубаса. Без стрелка и без всего. Так, ну вроде есть. Ну, ух ты, нифига себе она шмаляет. Огонь просто.
Короче, вот так вот, ребята, по сути, будет очень-очень интересный герой. Сейчас я на него буду уже пилить обзорчик. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.